Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и мы продолжаем проходить игру Towerland. 1000 лет мы с тобой здесь не были, и настала пора нам показать, что мы из себя представляем. Как ты видишь, у нас, смотри-ка, рыцари прям с ледяными такими мечами. То есть, ну, сам понимаешь, да? Новый год был накануне, даже вон лучники у нас выглядят как маленькие дедушки-морозики с колпаками, все дела. Так, что у нас по карте? Это мы тут с тобой якобы стоим, да? Впереди какая-то тележка, ёлки-палки. Я тебе скажу следующее. Они, друзья мои, очень сильно постарались, расширили карту. Разработчики со мной как-то связывались по поводу игры. Ну, как-то у меня это все затихло, не знаю, по какой причине, ребята. Может быть, я был слишком занят, вы знаете, сколько у меня игр. Так, ну что, давай потихонечку будем с тобой двигаться дальше. Вспомнить бы, во-первых, что от нас тут требуется. Во-первых, давай посмотрим, что у нас тут с нашей башней. Я так понимаю, это у нас уровень, да? 13 уровень лучников наших, 12 уровень вот этого друида. Денег у нас с тобой всего лишь 7000. 7000. То есть я никого пропать не смогу. Ладно, давай посмотрим по юнитам. Да, я... А, могу лучников улучшить? Лучник вот этот, да? Улучшим, так уж и быть. Ледяной маг. Ага, тактик, а это я могу поставить на башню. Маг Тиндун великолепно овладел навыками призыва в юге, который замедляет наступление врагов. Это, конечно, все классно, все замечательно, но ты понимаешь, это первый уровень. Тут у нас также есть тактик, мародер, командор. Арбалетчик у меня стоит, что ли, я не могу понять. Или я его убрал, почему он 14 уровня? А смотри, если мы с тобой накопим гемы, я смогу приобрести, например, мага огня. Тут старый паладин, огненный, кто там, непонятно, кто, лучник, видимо, да? Вожак, охотник. Слушай, по-моему, тут намного больше стало героев. Так, что у нас по модулям? У меня установлена баллиста. Наверху лучники, это понятное дело. А внизу листы брони. Нет, листы брони не стоят. У меня стоят выдвижные колья. Ага, вышки недоступны. Они будут доступны с 50 уровня. А какого я уровня сейчас? Можно мне как-то вспомнить, освежить память? Понятно, я 21 уровня. У нас также, не забываем, есть город. Так, на 30 уровне откроется кузница. Осталось совсем маленечко. Так, это что у нас такое? Это золотая шахта. 90 голды за 5 секунд у нас добывается. Можно, конечно, улучшить или улучшить за 100к. Ну, за 100 тысяч, как ты понимаешь, а таких пока денег нету. Здесь, это библиотека, я вспомнил. Мы вкладываем с тобой вот эти вот орнаменты. Ну, это уже после того, как мы получаем. Также, ребята, здесь есть клановый. Клан нужно создать. Стоит он 700 гемов. Дорого, но зато прикольно. Про игрок, то есть это, ребята, ежемесячная подписка. То есть, кто хочет вырваться вперед, тот добро пожаловать. Тренировочное поле я смогу улучшить только на 24 уровне. И будет оно стоить 200 тысяч. Да вы совсем, что ли? Ёлка, ну я, ребята, опоздал, к сожалению, на новогодний ивент. Кто там ползает? А, это овца. Я думал, что еще за гномик там бегает. Ну что, башня. Я предлагаю следовать. Что тут такое? А, я могу прокачать, ребят. Да, у меня 14 тысяч. Могу прокачать мага земли, рыцаря, лучника. Либо взять ледяного мага или вот этих вот всех ребят и прокачать их. У каждого, как мы знаем, есть свои специализации, своя тактика и тому подобное. Ну что, давай, наверное, пойдем с тобой в бой. А, это не бой, ребята, это защита. Надо было идти на карту, если мы хотели с тобой повоевать. Ну что, давай, вызываем. Ой. Подожди, ну зачем, зачем ты? Так, вызываем вояк. Что тут у нас? Идут, идут, идут охламоны. Давай влупим, наверное, вот сюда. Бумс. Не громко ли, друзья мои? По-моему, надо чуть-чуть потише сделать, да? Сейчас пройдем этот бой и сделаем чутку потише. Слушай, мы отобьем с тобой эту волну, хотя они 24 уровня, как ты видишь. Хе. Сосунки. В щепки, ребята, мы их разобрали. А кто это такой? Что это за рабочий? Рабочие характеристики. Интересно, откуда здесь еще рабочие какие-то взялись. Так, 7000 мы с тобой получили.
И 20 тысяч в бонус, если мы посмотрим рекламу. Так, прекрасно. Только я не понял, ну, а, вот, забрать. Конечно же, забрать все это. Я уже думал, что они меня шваркнули с бабосиком, но нет. Нет, спасибо большое. Я обойдусь. Королевский набор доступен. Так, друзья мои, в городе что-то, видимо, можно... А, можно прокачать до 2 уровня, серьезно, что ли? Улучшить. Так, ну, здесь вместимость 100 тысяч. Ну, улучшим. Стала вместимость 200 тысяч. Нифига себе, это круто, на самом деле. Так, мы больше с тобой здесь пока ничего не заработали? Нет. Этого нету. А тут что? Да блин, елки-палки, все время забываю, что это для про. Для профессионалов, ёпрасоты. Ну что, на карту, давай посмотрим на карту. Здесь можно, ребята, вы помните, да, нехило подзаработать. Может быть, вот сюда напасть, а? Вот этот лагерь-то нужно развивать на самом-то деле. Че он у нас тут? 3000 всего добывает. Вот, пускай 4. Я хочу сюда напасть. Это у нас босс, ага. Боссы разбойников достаточно сильны, остерегайтесь их силы. Возможно, награда огненный маг и 80к. Уровень сложно. Блин, он 30-го, ребята, я всего лишь 21-го уровня или 25-го. Я не пойму, 25-го или 21-го? А, 21-го уровня у меня база, да? А 25-го уровня у меня бойцы. Не потяну я, наверное, скорее всего. Пока в данный момент не подтяну, не смогу справиться. А меньше здесь нету. Тут вот только 30-й и 35-й. Дальше уже идет 60-й. Ладно, я пока, наверное, позарабатываю опыт на волнах. 25-я волна плюс босс. Хорошо, давай посмотрим. Вон они идут, голодранцы. Так, ребят, я могу автобой, у меня один есть. Тихо. Я же хотел громкость, блин, пониже сделать. Забыл. Давай влупим сюда. Так, катапульт, очень много катапульт, ребят, вон там. Давай вот сюда вот вжарим. Лукари. Сюда же, а вон и босс. Армия, выходим. Фига он там жарит, вы серьезно? По-моему, ребят, я сфейлюсь, сейчас сфейлюсь. Ай, ой. Да иди ты. Развалилась моя, ребят, тележка. Какие дряни фени. Обалдеть. Ну, надо награду брать. Надо. Ну что, забираем с тобой деньжатки. Маловато, конечно, но... Что поделаешь. Ага, мы можем с тобой прокачать маленько. Зачем я опять пошел на карту? Ну вот зачем я это делаю? Опять, ребята, туплю. Можно прокачать, ага. Свои вот эти вот... поселочки. А можно, мне кажется, что-то и на башне пофурычить. Так, юниты. Вот этот рабочий купить. 50 гемов. Ха, новый юнит рабочий. Маг огня 25 стоит. Я вот, знаешь что, думаю, что у нас слишком с тобой много... Много вот таких вот бойцов, которые фиг знает. Этот вообще 10 уровня, давай его прокачивать. Господи, что он самый отставший какой-то. Да и этот рыцарь тоже как-то, ребят, не особо хорош. Лучники. Лучников я не могу, ребят, ничем заменить. Листы брони, я думаю, тоже нам здесь не нужны. Ну, вышки сами знаете, да, на 50 уровень. Кланы, кланы пока еще недоступны. Ну что, попробуем опять. Как-то нам нужно с тобой побеждать этого босса. Иначе нам ничего дальше с тобой не сулит. Ну где они там? Так, лучники маленечко прокачались. Чуть-чуть буквально у меня. Давай сюда. Вот маг, который делает землетрясение, довольно неплох. А, я думаю, почему такая скорость офигенная, ребята? Потому что у меня на ускоренном все стоит. Давай сюда. Сюда. Маг, ой, маг, босс пока в стане был. Слушай, по-моему, блин, он, они мощные. Тут, ребят, не поспоришь, они мощные. Катапульты наносят офигенный мне серьезный урон. Но
Давай сюда. Так, по-моему, мы опять с тобой сфейлим сейчас. Или же... Есть! Ты видел, сколько у меня оставалось жизней? Буквально 10 очков хп. Так, ну что, давай, наверное, заберем это все, да? И бонус тоже. Конечно же. Так, у нас с тобой 26-я волна. Грядет. Так, ну что, прокачаем башню, наверное, да, с тобой? Блин, как это все дорого. Выбор башен станет доступен после 100-го уровня. То есть я смогу выбирать любые другие башни? Ну, это будет круто. Так, ладно, ребята, в бой. Опа! А тут уже какие-то орки на меня прут. Новый враг. Орда. Ё-моё, волки. Орда. Гоблины. Тролли. Все что ли? Люди закончились? Вы серьезно? Блин, орды тут только мне не хватало, а? Ну-ка. О, они сильные. Они сильные, друзья мои. Особенно, ты посмотри, волчары какие. Ой. Ой-ой-ой. Так, армия. Я выходим, колем. Чикаем их всех. Орда, ё-моё. Кто бы мог подумать, что здесь будет еще какая-то орда. Ну-ка, давай вот так сделаем. Хоба. Ну что, мелкие остались. Давай, пшикаем их. Ну, у нас нормуль так здоровье. Все-таки башню мы с собой немножечко прокачали. И это нам, как говорится, пошло в плюс. Бонусы. Кстати, смотри, видишь, раз, два, три, четыре, пять. Пять раз я всего лишь могу увеличить награду. Так, забираем с тобой полностью все награды. В город пока еще рано. Я хочу башню. Смогу я еще прокачать на один уровень? Смогу. Даже не на один. Вот. 25-й уровень башни у меня становится. Да? Становится крепче, лучше, эффективней. А вот это вот сколько мне нужно, интересно, чтобы, например, прокачать модуль? Ух ты. Новый юнит, ребята. А как его... 8 тысяч стоит, ребята. Чан с маслом. Отличное оружие, чтобы враги подошли к башне, заливает противников возле башни горящим маслом. Ого. Так, смотри, ребят, таран. Великолепное оружие, если противники уже близко, отбрасывают врагов от башни и оглушает их. У-у-у. Смачковский, я тебе скажу. Просто смачковский. Так, ух ты. Это вот таран, да? Блин, ребят, я хочу купить. А интересно, я могу вот сюда вот что-нибудь влепить? Наверное, нет. Или могу? Так, лист брони только вниз ставится. Знаешь что, я все-таки попробую пойти в город. Ой, в город. Ох ты, у меня вот, оказывается, доступно. Так, значит, увеличиваем золото за убийство противников, да? Или что? Или опыт за убийство противников. Или увеличиваем прочность. Блин, да тут дофига чего есть. Уменьшаем время перезарядки активных умений. Увеличим урон от критического удара. Увеличим здоровье призванных существ. И я почему-то думаю, что все-таки лучше вложить в голду. Или в опыт все-таки. Нет, в голду, ребят. Все-таки будем с тобой вкладываться в голду. Здесь еще, видишь, 70-й уровень башни и 150-й. Плюс клановые башни. Да. Зато голдишка копится. И это классно. Значит, что вот тут плюс один? Я не понимаю, ребят, что плюс один? Подписка, может быть, что-то у меня есть? Пригласи друга. Получишь 10 гемов. Так, пригласи друга, 10 гемов. Рекламный... Ну вот, ребята, я об этом говорю, что рекламный сундук можно получать. Юниты. А это уникальные. Понимаешь, это уникальные, которые, наверное... Шаман. Элементалист. Командир грифонов. Плюс электрический лучник. Электрический лучник. Наверное, бомбит не кисло. Но они все, наверное, стоят денег, ребята. 690 рублей. Что это тут пролетело? Запугало огородные. Так, а вот это что у нас? А, это золотая шахта. 100 тысяч, блин. Чтобы улучшить. Тут нужен 30 уровень, чтобы открыть, ребята. А какой в данный момент уровень чего? А, уровень, скорее всего, защиты, да? А у нас с тобой защита 27. Слушай, ну недолго осталось. Пошли на карту, короче, с тобой. Я сейчас буду развешивать люлей этим бандитам всем.
Так, давай деньги здесь заберем с тобой. Вот сюда я, наверное, рвану. Я попробую, ребята, одолеть этого босса. А возможно, будет сложно. А возможно и нет. Ага. Новый враг, разбойник. И, блин, чувак этот с секирой. Поехали, хлопчики. Где враг? Вот он, вражина, идет. Суслена. Давай в них туда копья. Во! Шик да блеск. А что-то я не могу понять, почему я не могу, ребята, как бы посмотреть, что там происходит. Не перемещается камера. Может быть, перемещается, но она у меня не настроена под перемещение. Так, ну-ка. Сейчас, не забывай, еще босс подойдет. Босс здесь обязательно будет. Вон он, друзья мои, стоит. Вшивенький, вон, смотри, видишь, прячется там. Он идет, ребята, он идет ко мне. Он совсем оборзел, оглушаем. Ага, он еще и не один. Он, друзья мои, идет со свитой. Со свитой всяких олухов, подонков, разбойников и вандалов. Нате вам всем. Уничтожаем. Слушай, а мы, по-моему, босса-то с тобой шваркнули. Тебе так не кажется? Мне так лично кажется. Тихо! Ну что, супостаты, делаете? Дави... Ой! А это еще... Что за партизан? Это второй босс, конечно же. Там был разбойник, а это, видимо... Какой-то воин великих суспензий вышел. Не надо подходить близко, блин. Ать. Слушай, ну мы его порвем. Мы его порвем, даже если он будет... Блин, он крепкий. Он крепкий, оглушить его надо. Давай, вояки, бомбим его. Есть. Подонок. Боссы разбойников побеждены. Зевс. Так. О, слушай, шикарный бонус, я его возьму. Так, друзья мои, сейчас мы с вами разбогатеем еще почти на 45 тысяч. Это классно. Так. Деньжатки, как ты видишь, пришли. 160 тысяч голды. Опа, смотри-ка. Тут тележка лежит. Это караван. Кочевые народы перевозят много ресурсов для создания артефактов. Ну, слушай, я думаю, грех упускать такую возможность. Надо атаковать. Но, опять же, 23 уровень, да, противника? Ого! Это что за циклоп Кикимора? Твою же налево. Только не говори, что тут будут сейчас летающие юниты. Ну их нафиг. Давай быстро этот караван уничтожаем. Ах вы ведьмы паршивые. Я так и думал, ребята, будут, блин, летающие юниты, а? Ты посмотри. Хорошо, что у меня есть лучники, а? Ребятульки вы мои ненаглядные. Так, 23. В принципе, по законам, ребята, мы должны... пробомбить их, потому что мы сильнее. Хотя, блин, их тут много. Их много! Ребята, их действительно много. Так, давай-ка, наверное, вот сюда вот вжарим. Эх, 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 эх. Смотри, что, смотри, что горгульи делают. Ты смотри, что они делают, а? Так, давай-ка вот здесь стан сделаем. Бамс. Воины к бою. К бою, родные мои, к бою. Блин, ты посмотри, посмотри, что делают лучники. Стреляйте по ним, по воздушным, по этим, потому что от них очень много урона. Есть. Слушайте, ребята, это круто. Это круто, потому что 27 тысяч мы с тобой еще сейчас получим сверху. Плюс, не забывай, у нас вот это вот копится. Да? То есть еще один жетончик будет. Обязательно, обязательно. Но это последняя попытка. Ну вот, забираем. Слушай, а мы, наверное, сейчас с тобой можем очень даже неплохо прокачать. Либо армию нашу, да? Либо тележку. Давай-ка не сейчас, а? Так, заберем с тобой монетки. Так, ну сам подумай, да? А на 50 уровень пока рыпаться нам вообще не резон. Тут уже 100 и 160 открылись. Вы сейчас серьезно? Тут 35-й. Вот я сижу сейчас и думаю, стоит ли нам с тобой улучшать наши вот эти вот... деревушки. В принципе, есть смысл, да? Все, это максимальное, ребята, улучшение. Замок 10 уровня. 5,5 голды будет. 5,5 голды. Так, что тут плюсик у меня стоит? Я не могу понять. Да что? А, валюта. Валюта в плане. Где-то что-то могу получить? А, забрать. О, спасибо большое. Слушай-ка, 200 тысяч, 200 кусков, ребята, мы с вами заработали. Ну-ка, быстренько бежим с тобой, просто сломя голову в наш город.
в наш город. И что-то я хотел сделать. Аренку. Я хотел улучшить арену, ребята. Прокачка юнитов зависит от прокачки тренировочного поля. Также сюда можно отправлять юнитов тренироваться, чтобы получить новые для него умения. Тренировочное поле занято, когда здесь находится юнит. А мне 24 уровень уже или что? Ну-ка. Хе-хе. Требуется волна 40-я. И уровень 39-й. Трындец просто так взял. Тюх! И 200 кусков просто в никуда. Ну как в никуда, ребят? В дело, конечно, я их вбухал. Ну, кажется, так было много денег, и на самом деле уже ничего не осталось. Так, ну что, будем с тобой набивать, наверное, 30 уровень. Тут осталось всего лишь ничего. Так, башни, прокачки. Да, еще уровень поднимем, да? Эть, хорошечно. Так, ну что, теперь в бой. 27-я волна, ребята. Ага, тут, тут люди, тут никакая уже не орда. Давай. Маг, вжаривай. Бамс, встан их, правильно. Хлопцев этих. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, не раскисаем, ребята. Надо лучников, мне кажется, прокачивать, ребят. Как бы от них тоже много чего зависит. Войска, войска, а... Рыцари это тоже, ребята. Точнее, лучники это тоже сила. Так, он на один уровень круче, чем я. Ну, как видишь, пока мы справляемся. Эть. Так, маг, давай, давай, давай. Кислых щей, бомби. Встан. Армия, армия, выходим. Сюда, прожарку. А чё так, как-то вот, ребята... А, видимо, когда катапульты бомбят, очень много у нас сразу получается урона. Ну, как ты видишь, мы отбились. Пророк. Что это такое, ребят? Как-то можно посмотреть это? Характеристики. Я не могу понять. Он мне дается или вот что вот это означает? Не пойму пока. Увеличить награду. Слушай, опять бонусы обнулились. Ну это же круто. Ну что, забираем с тобой полностью награду эту. Окей, кстати, я могу, по-моему, в городе у себя влить. Да, одно очко доступно. Или все-таки опыт. Давай, наверное, опыт маленечко. Ой. 2,5%. Ну... Ребят, ну опыт тоже нужен, согласись. Как же без опыта-то? Чем круче опыт, тем быстрее прокачаемся с тобой. Вот что мне нужно было прокачать. Свою золотую шахту. 100 тысяч требует, 100 тысяч. Слушай, на карте что-то новое появилось. Показывает, видишь, двоечку. Может быть, где-то караван какой-нибудь завис. Или что? О! О, друзья мои, остров... А почему недоступен? Дойди до 30-й волны, чтобы исследовать этот остров. До 30-й волны? А у меня 28-я, блин, волна. Так, ребят, поехали. Условия, понимаешь, тут еще определенные. Вот нет у тебя 30-й волны, фиг тебе, они монстры. Будешь тут куковать до потери пульса. Ну, в принципе, это и правильно сделано. А иногда побежишь, сломя голову, да, как всегда, не туда, куда нужно. Потом отгребешь и будешь сидеть и плакать. Все, хочу этих лучников прокачать. А, у меня лучники тоже могут... А, нет, это я, ребята, просто, по-моему, указываю им цель, да, куда бомбить. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А там кто еще с ними идет? Какой-то голем там, что ли? Или кто это? Хлыщ какой-то. Нате. Слушай, мы их порвем. Мы их обязаны порвать. Катапульты. Ать. Потому что катапульты наносят больше всего урона. Эти солдаты подходят, мы их хотя бы кольями этими шпигачим. А вот катапульты уже этой кольями не зафигачишь. Понимаешь, да? Потому что они издалека бомбят. И мы их уничтожили. Ну что ж, 28-я волна, ребята, пройдена. А нам нужно 30-ю волну одолеть. С удовольствием забираю весь этот бонус. 76 кусков уже у меня. Да что ты будешь со своим с этим пакетом стартовым? Все подсовывает и подсовывает меня. А, тут подписка с бонусами какая-то появилась уже. Подписка с бонусами. И видишь, королевский набор. Не путайте, пожалуйста. А я, наверное, все-таки буду улучшать наших маленьких лучников. Скорость атаки средней. Так, замок, летающий, наземный, все, короче, цели. Атака по указанной области снижает скорость передвижения цели на 30. О, то, что нужно, ребята. Слушай, я своих маленьких лучников прокачал до 18 уровня. Я надеюсь, я об этом не пожалею. А у нас с тобой 29-я волна.
Бегут, бегут архаровцы, да? Бегут, щемятся. А я их встречу сейчас. Ну где они там? Эй! Давай-ка. Вот так. Тут мы с тобой, наверное, вот так поставим, да? Огневая мощь. Блин, вот этого мага надо все-таки прокачать, который стан делает. Уж больно круто он застанивает всех. Эй, катапульты мне не нравятся, вон те, которые сзади бомбят. Четко. Чечетко. Опа, редки полегли все. Ну, я вижу, что лучники вроде бы стали получше, да, бомбить? Пошустрее. Там, правда, небольшой процент появляется, но он все равно сказывается. Ой, катапульты, катапульты, катапульты. Ай, уничтожаем их. Фу, чуть было не сфейлились. Слава богу, успели. Ну что, опять бонусы, да? Забираем с превеликим удовольствием. Так. Сколько я заработал? 40 кусков. И 30-я волна, кстати, босс у нас здесь будет. Так, короче, это, ребята, мощь моя. А вот это вот волны, вот что. Можно прокачать, можно улучшить башню. Так, юниты. Вот, мага я хотел прокачать. Мага земли. Маг земли очень хорош, но тут, видишь, лучники. Ледяной маг. Он у меня куплен, получается, да? Ну да, он как бы приобретен, но я его не выставлял. И мы даже его, по-моему, не тестили. Ну что, погнали тогда, да? Попробуем завалить босса здесь. Нам, кстати, не показали даже, кто здесь будет боссом. Твою же налево. Это что означает? Разбойник. А вот это что такое? Яд? Или что он будет делать? Армия вперед. Такие, да? Копейщички. Да мечнички. Силен вражина будет, чувствую я. Силен, ребята. Ого, у него 13 тысяч мощей. У меня всего лишь 1300. Давай, родные мои, не подведите меня. Так, надо здесь станить. Бумс. Так, давай сюда, наверное, влупим еще. Прекрасный выбор. Так, мои лучники стреляют, стреляют, все отлично. Прожимаем, ребята, мы их прожимаем пока. Ну вот, вот и босс, друзья мои, вот и босс пришел. Сейчас будет лютовать. Ты дичь. Сколько у него там? Да ну, такого быть не может. Так, оглушаем его. Ну ты посмотри. Ой. Ой, друзья мои, ты посмотри, что это делает. Слушай, вот эти дурачки. Ладно. Забомбили, он там один остался. Давай, 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 пока он там глючит. Ну, ребят. Есть! Ребятушки, мы бородача все-таки завалили с тобой. И, как ты видишь, рейнджер. Первый уровень. Я так понимаю, это просто как бы открывается у нас новый юнит, но его потом можно будет приобрести. Бонусы, да? Так, ну что, у нас с тобой было условие, да, пройти 30-ю волну, поэтому я вполне могу идти теперь на карту и попробовать напасть именно на тот островок со своими... Ага, пора атаковать остров. На островах можно найти множество полезных ресурсов для крафта артефактов. Вот я как раз сюда-то и хочу сбегать. Ага, нет, 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 этого мне не надо, я просто хотел посмотреть. Вот тут 35-й уровень, ребята. Возможно, награда 75 тысяч. Не кисленько. Ну что, давай глянем. Воу. Возможно, награда. Слушай, а это ведь наверняка нужно для кузницы. А кузница у меня пока еще закрыта. Кстати, надо будет зайти потом в город. И? Кто тут у нас? Покажи свое лицо, гаденыш. Так, ну я вижу, ребята, опять эти охламоны, бандиты, воры. Да? И разбойники. Пока вроде бы справляемся. Пока. Так, маги. Вжучиваем. Рыцари вперед. Катапульты, а? Катапульты не нужны здесь. Так, маг, давай. О, прикольненько. Так, ну что, мы их, наверное, сейчас все-таки порвем. Обязаны их уничтожить.
Тыщ, тыщ, на пики, на копья. В атаку, вперед. На тебе. Найс, катка. Ух ты. Оу. Магма, изумруд, хрусталь, жемчуг, металл. Достойно. Так, забираем. И, значит, я хочу попробовать сделать кузницу. Это надо нам идти в город. Потому что посмотреть надо, что за артефакт. О, постройте кузницу в городе. После постройки ты можешь крафтить артефакты, которые помогут тебе в битве с противником. Они прям читают мои мысли. 100 тысяч, блин. Ну-ка. 94. Секунду, это нужно 6 тысяч, да? По-моему, у нас на карте есть мои городишки маленькие, которые мне дают необходимую сумму. Все. Так, быстренько с тобой переходим в город. Построим. Так, создать артефакт. И что? Ну. Так, чтобы создать артефакт, выбери звездность. А типы артефактов: оружие, шлем, обновляются периодически. Улучшай кузницу, чтобы создавать мощные артефакты. Чтобы артефакты начали действовать, надо их поставить на статую. Создать бесплатно. Думаю, что нам стоит ускорить крафт. Давай ускорим. А что я получил-то? Нагрудник 2 уровня. Может влиять на здоровье призванных существ, скорость атаки, урон от критического удара и урон по боссам. Артефакт скрафчен. Так, теперь нам стоит его надеть. Блин, ну давай. Нужно сначала построить статую, чтобы надеть артефакт. Ну давай построим, вот она, да? Так, здоровье призванных существ плюс 6%. Одна звездочка. Надеваем. Вау. Хо-хо-хо. А, неплохо. Внимание, этот артефакт будет уничтожен. Часть ресурсов, потраченных на его создание, вернется обратно. Часть ресурсов, нифига себе. Так, а мы с тобой можем еще шлем. Для того, чтобы его создать, что нужно? 10 тысяч голды, так, подожди, 10 этого. Ага, не хватает, значит. Подожди, а где я могу находить вот эти вот артефакты? Не артефакты, а элементы, которые нужны нам для крафта. Только лишь на карте, да? В пещерах. У пещер, наверное, есть время отката, скорее всего. В плане ход. Какой ход? Атаковать. 100-й уровень. Нет, ребят, я не потяну. Просто не потяну. Тут есть, ага, тут аж целых 4 острова появилось. 45 уровня, также 60 и 100. И вот этот 100 уровня. 35 уровня вот здесь появился у нас островочек какой-то. Так, тут какая-то фигня на 60 уровне бесится. Тут 60 уровень. Тут 60 уровень. То есть есть... смысл нам как можно быстрее прокачиваться до 60 уровня. О, спасибочки большое. Артефакты, ребята, ой, артефакты. Ну ты понял, да? Элементы мы можем с тобой здесь найти. Конечно же, я буду их атаковать. Я хочу себе скрафтить много-много-много-много-много просто всяких вещичек, безделушек. Там нужен шлем, кольцо. Там что там еще? Щит, по-моему, да? Там дофига что можно накрафтить. А пока мы будем с тобой драться вот за эту тележку. Видимо, караван. Бандиты напали, разбили, видишь, вот она. Вся полностью забита всякими вкусняшками. Но, ребятушки, ну куда вы? Ну, совесть-то имейте, прут, а не нахрапом. Я же вас сейчас буду всех тут уничтожать. Особенно вот эти вот катапульты нужно, в первую очередь, я еще раз повторяю. С рыцарями с этими можно справиться, а вот с катапультами сложнее. Потому что они издалека стреляют, а у меня только лучники. А лучники, как ты видишь... Ой, ой. Ничего себе, тихо. Красавцы, тихонько. Вы что, вы тут... Вы оборзели, что ли? Я не понял. Чуть было, ребят, не прожучили, а? Фу, еле-еле я отбился от таких маразматиков. Забираю я весь этот бонус. И, ребята, у нас с вами 100 тысяч опять накопилось. Улучшить кузницу, по-моему, как раз стоит 100 кусков, да? Я могу, конечно, сейчас ошибаться. Я могу ошибаться. Так, больше пока никаких караванов я не вижу. Ну, сюда, я думаю, не стоит нападать. Нас там просто порвут, 45 уровень.
Забежим с тобой в городишко и глянем. Так. С таким скрипом. Так, я могу улучшить золотую шахту себе, как ты понимаешь. Есть доступное, ребята, очко у нас с вами. И я, наверное... Блин, увеличит время жизни. Так, увеличит время перезарядки. Увеличит урон от критического удара. Опыт. Опыт все-таки. Слушай, а как мне использовать, знаешь что? Вот эту вот арену я не могу понять. Как мне, например, сюда поставить юнитов? Ну, чтобы... Так, прокачка юнитов зависит от прокачки тренировочного поля. А, то есть максимальный уровень 39 у наших юнитов. Все, я понял. Вопрос сам, как говорится, на себя ответился. Так, елка, палка, ну... Нет, я хотел сюда. Ты посмотри. Вот, у нас с тобой здесь меч можно еще воткнуть. Шлем. Это, я так понимаю, персень. И амулет. А можно что-то создать? Так, это броня. Броня, мне не нужна броня. Дайте что-нибудь другое. Что, я только броню, что ли, можем? Так. Улучшить. Ага, чем выше уровень кузницы, тем сильнее артефакты можно создать. 200 тысяч голды. Вот. Жадюги-то, а? Жадюги, я тебе серьезно говорю. И тут тоже и это надо, и все надо. Подожди, а, у меня хранилище и рудник. Хранилище это где хранится, а рудник это сколько добывается. В общем, мне нужно 200 тысяч, друзья мои, накопить. 200. Так. Башня. Давай посмотрим по башне, что у нас. Так, вышки. Нет, вышки пока нет, модули. Могу улучшить баллисту. Могу взять чан с маслом. Таран. Лучники. Так, можно башню прокачать, ну-ка. До 30 уровня хочу поднять, ребят. Опа. А у меня появился еще один этаж. Ха. Рейнджер, новый юнит, купить. Вот он, друзья мои, рейнджер, оказывается, у нас тут. Слушай, а я ведь могу и вот эти купить, да? Пророк, Зевс, могу? Могу. Пророк, Зевс. Воу. Слушай, серьезно? И старый кто? Паладин. Нифига тут вояка такой. Паладин уже старый, не может сражаться. Но ему всегда готовы прийти на помощь его ученики, которых он тренировал всю жизнь. А что он вообще умеет делать? Призывает на помощь одно существо всего-то. Ой, призываемое существо. Вот такой вот чувак. Воин света, поборник справедливости с огромным молотом наперевес. Его могучие удары отбрасывают и оглушают врага. Наносимый урон не кислый. Так, скорость атаки средняя, замок и наземный. То есть воздушный он бомбить не может. Здоровье у него не кисло. Так, ближняя атака и одиночная цель. На 25 уровне он увеличивает скорость атаки на 25%. На 50 он наносит урон по области. На 100 он с шансом 30% при атаке оглушает противника на 2 секунды. И пошел тут в разнос. Короче. Слушай, ну паладин... А если я хочу, например, глянуть на... Что там Зевс? Что Зевс делает? Блин, да как мне... Как мне переключить? Вот Зевса я хочу посмотреть, почитать точнее, что он там делает. Бог молнии, способный испепелять всех неподвластных ему нравов. Так, одновременно атакует трех противников. Оу. Хо, трех противников, ребята. Слушай, что у меня делает вот этот? Так, обучился так, способный останавливать врагов на долгое время. На долгое время, он у меня... На 25 уровне, да, получит новые фишки. Урон увеличен на 25%. Вызывает землетрясение в указанной области, наносящий 120 урона и оглушающий врагов на 3 секунды. То есть, как бы, хорош. Блин, я не знаю. Вот у меня здесь два вояки. Лучник. Вот лучника, мне кажется, надо менять. Выпускает град... Или не стоит. Тут, видишь, пророк, рейнджер. А что рейнджер делает? Одновременно атакует трех противников. Увеличивает урон... А, увеличивает урон лучникам на 20%? Серьезно, что ли? Это вот этим вот лукарем?
Оу, слушай, я хочу его, наверное, взять. Давай-ка мы его... Да подожди ты. Давай мы этого парня сюда влепим. Ну и, конечно же, прокачаем. 10 уровень, да? Так, наносимый урон у него в данный момент 34. На следующем уровне будет 36. Скорость атаки низкая. Прокачиваем, короче, с тобой, ребята, нашу башню. Нашу башню прокачаем. Я хочу второй слот здесь получить. Ну, а пока мы с тобой идем на 31-ю волну. Ага, орда. Орда на меня побежала. Ну, сейчас-то мы им покажем, ребята. Воу, смотри, он 3 стрелы выпускает за раз. Чух. Не кисло. Совсем не кисленько. Слушай, ну смотри, тут как бомбим. Могли бы, конечно, и лучше бомбить, но и так нормально. Чух-чух-чух. Блин, я бы хотел бы посмотреть еще на старого паладина. На его воина света, да? Поборника. Тылич. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, плешивый. Ну куда вы бежите-то? Правильно, шипами, шипами бомбить. Давай вот так сюда вмажем. Изи кул. Так, что там камни свои бросаешь, а? Гоблин. Слушай, ну шикарно. И забираем всю эту прелесть. Так, 30-й, значит, мы с тобой, да? 40 тысяч у нас есть. Я все-таки хочу, ребят, прокачать нашу башню. Интересно, а следующая ячейка на каком уровне откроется? На 35-м? Ага, требуется 33-я волна. Вот оно что. Так, давай выйдем с тобой на карту. Приценимся, может быть, что-то новенькое у нас там появилось. Слушай, а может быть, нам напасть с тобой вот сюда, на 35-й уровень? Островок-то, я думаю, мы этот потянем. Тем более у нас появилась с тобой башня. Ну, новая ячейка, да, где мы с тобой поставили лучника. Я думаю, так, орки славятся обороной своего замка. Будьте осторожны при нападении. Да плевать мне на этих орков, будем бомбить. Что это такое? Орда. Опа. Драконы, серьезно, что ли? Блин. Может, я зря так сделал, а? Ну-ка. Пока-пока вроде бы нормуль. А, мы должны бомбить ему. Все, понял я, понял. Мы должны уничтожать ему замок. Вот оно что. Эй-э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 й. Где армия? Блин, драконы вылетели. Лукари. А ну-ка. Не даем спуску. Правильно, вот так вот. Так, теперь мы его немножко жучим, жучим, жучим. Давай, 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 давай до последнего. Вау, вылезли. Так. Волки эти, нате. Так, погнали. Ну куда ты, вот куда ты разогнался? А? Тут и оно, будешь знать свое место. Орочи и отродье. Давай, есть, друзья мои. В хламину, мы еще заработали 5 кристаллов. Шикарно. Ух, так, отлично. Я все это дело загребаю себе. Так, покажу там что-нибудь на карте еще новенькое. В общем, мы это разбомбили. Так, что? А, мы разбомбили, я еще и захватил. Улучшить 25 тысяч, дорого, дорого. Может, я не буду улучшать. Смотрим дальше, что у нас тут еще приоткрылось. Так, 65, 220 уровень. Ахухо, не хухо. 220 уровень. Конечно, я так бегу, аж тапки сзади мотыляют. Не пойду. Не хочу я туда идти. 60, ну вот максимум 45. Но опять же, ребят, все равно нас там нагреют, 45 уровень, сам подумай. Единственное, что я могу, это, наверное, зайти в город и посмотреть. Вот, 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 надо нам. Подожди, почему броня? Я хочу... Блин, а можно что-нибудь кроме брони-то, ёпрсты? Или что, только броню мне дают? Улучшить. Сколько стоит? 200 тысяч. Ну, конечно же, 200 тысяч, ребят. Броня. Ну, вот смотри, вот дают броню. Почему я не могу взять что-нибудь другое, а? Ребят, ну так несправедливо же, согласись.
На броне. Ну ладно, хорошо, давай накопим с тобой 200 тысяч, фиг с ним, и попробуем улучшить, да, с тобой вот эту фигню. Так, нам написали 33-ю волну нужно одолеть, да, чтобы нам можно было с тобой дальше развить. Чтобы дальше развить наш... Как называется наш? И забыл, как называется наш. Короче, нашу постройку. Это же надо... Перекрыло, друзья мои. Просто перекрыло. Запамятовал. Ну, ага, прекрасно. Тихо, сосунки. Даже не вздумайте тут ничего сделать. Так, вот сюда бомбанем их. Слушай, вот этого надо, наверное, мне кажется, прокачать чуть-чуть посильнее. У него 25, ребята, процентов будет урон по площади больше. То есть мы можем с тобой бомбить и довольно некисло делать захват. Сейчас он как-то по минималочке вжаривает, видишь? Не очень много. Так что есть смысл, есть куда стремиться. Тут, как бы, понимаешь, денег дают мало, да? А построить хочется много всего. Так, этого будет достаточно, да, нам, в принципе, для улучшения кузницы? Нет, там надо будет еще добавить где-то 2000, да? Забираем и смотрим. Так, сколько-то мне не хватает. Хватает у меня все. Хватает у меня даже с лихвой. Вот теперь сижу и думаю, что мне сделать. Либо давай прокачаем башню. Давай прокачаем башню все-таки. Деньги, как говорится, уходят и приходят, а башня остается навсегда. Прокачка пошла. Твою ж налево, 34-я волна нужна теперь. 34-я волна. Мне кажется, на 35-й все-таки получится вот здесь вторая ячейка. Наверное. А что у нас еще тут за юниты с тобой доступны? Есть вообще какие-нибудь еще? Вот рабочий есть, маг огня, вожак. 370 гемов, 400 гемов. Ё-моё, это огненный лучник, да? А эти уже идут чисто за бабосики. Модули. Так, подожди, а что это за магический щит? По-моему, был, да? Магическая сфера. Так, лучников может улучшить, а? Нет. Мы, наверное, подкопим. Мы с тобой подкопим, но продолжим, я думаю, с тобой уже в следующей серии, да? Я думаю, ты будешь не против. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.